Всем привет! Сегодня очередная распаковка посылок с Алиэкспресс. Ну что, давайте начнем. Заказала вот такие тапочки для плавания мужу. Они очень мягкие, водонепроницаемые. Здесь силиконовая подошва, в них не скользко будет. Замечательно тянутся. Такие вот тапочки. На выбор есть другие расцветки для женщин. И также я заказала вот такого плана для плавания доску. Заказала ее для старшего сына. Это его любимый цвет оранжевый. Мы еще плавать не умеем. Очень легкая. Что-то на английском написано. Вот такого плана держаться. Отличная доска для плавания. Там тоже есть много расцветок у продавца. Советую. Пришли часы вот в таком чехле, он напоминает из фетра, на кнопочке. Здесь два отделения, в одном лежат часы, а в другом комплектующие. Давайте посмотрим, что тут у нас. Салфетка, походу, за изделием с отверткой, карточка магазина, инструкция. Потом инструкция, как укоротить ремешок. И сами часики. Вот такие безумно красивые часы. Выполнен циферблат, стекло, то есть выполнено как алмазная грань. Даже не знаю, на видео не передать всей красоты, как оно переливается. Таким образом имеются все три стрелки. Циферблат как выполнен как звездное небо, внутри все в камнях. Очень красивые часы, все работает. Ремешок также обтянут защитной пленкой, присутствует бирка. Очень красиво смотрится на руке. Это пришли мне наушники. Два варианта беспроводных. Шли они ко мне очень долго, честно. Я уже думала, не дойдут. Шли больше 2 месяцев. Не знаю, наверное, потерялись где-то. Давайте посмотрим, что там за наушники. Вот на такой подложке они. Здесь есть инструкция. Запасные амбушюры разных размеров. Зарядная USB. И сами наушники. Такого плана. Это удобно на плечи ложиться, а наушники. Наушники имеют магниты. Каждое ухо подписано. Провод тут плоский идет. Световой индикатор. Давайте попробуем включим. Это не заработали. Начали мигать. Я потом напишу, как звук, качество звука. То следующие наушники. Также инструкция. Дополнительные амбушюры. Зарядные. Сами наушники. Они похожи на те, только они тут уже просто на проводе беспроводные, без ободка на шее.
Также имеет магнит. Каждое ухо подписано. Имеется 3 кнопки управления. Здесь у нас разъем для зарядки. Материал такой приятный, бархатный. Также я отпишусь про наушники, как качество звука. Это пришли стельки. Заказала мужу. Постоянно ему стелек мало. Брала уже другого типа у этого продавца. Стельками довольны. Тут силиконовая пятка, очень мягкая вставлена. Гнутся замечательно. Тут перфорация. А тут вы можете обрезать стельки по той длине, которая вам необходима. Считаю, что очень удобно. Универсальные стельки, универсального размера. Отлично, советую. Это очередные часики мужские. Приходят в такой коробочке. На подложке мягко лежат. Такие вот часы, полностью обклеены пленкой. Циферблат обклеен пленкой. Ремешок, замочек, все обмотано. Часы необычные. Циферблат необычный. Это часы, минуты, и по центру крутится круг секундный. Секундный круг крутится. Такие вот необычные часики. Ремешок металлический. Его легко регулировать. Мне кажется, такие часики подойдут и женщинам, кто любит часы такие не маленькие. Мне кажется, будут отлично смотреться. Это такая сумочка. Не обращайте внимания на звук. У меня новый дом, все делают ремонт и постоянно шум. Это сумочка для мобильного на руку, чтобы удобно было заниматься спортом таким образом. Фиксируется на руке. Тут есть дырка для наушников. Такой карман здесь. Она водонепроницаемая. Также один карман на молнии. Кто собирается заниматься спортом, очень советую. Удобно. Термометр для дома. По коробочке. Здесь находится инструкция на английском языке. Визитка магазина с QR-кодом магазина. И вот такой вот маленький термометр. Он небольшого размера. С обратной стороны имеется 3 кнопки. Можно его повесить, можно поставить на такую вот подставочку. Так, работает он от... Давайте посмотрим, 2 батареек. Сейчас сразу... Включу его, посмотрим. Вот. Вот он показывает. Так, это меняется. Цельсия, Фаренгейт. Оп. Так, кнопка on-off. Так, это выключено. Включено. Вот такой вот интересный приборчик для дома. Это пришел такого плана держатель для телефона в машину. Но это не просто держатель, а он также в себе несет функцию зарядки. Здесь вот такая универсальная вещь. В такой коробке пришел.
Так, внутри лежит на подложке. Что у нас тут в комплекте идет? Зарядная. Держатель сам. И пимпочка. И сам вот, чтобы куда вставить, что вставлять в машину. Такого плана. Держатель. Здесь так откручиваем. Так вставляется. Закручиваем. Так. Вот этой прищепочкой мы прицепляем в машине. Здесь залеплено пленкой. И таким образом ставим телефон, и он его держит. Здесь силиконовые вставки, чтобы не повредить телефон. А здесь для зарядки. То есть телефон кладем, у кого в телефоне есть функция беспроводной зарядки. Это отличная вещь. То есть поставили телефон сюда, и он держится и заряжается. Очень вещь классная, универсальная. Тут лампочка, индикатор. Тут кабель подключается. Вот такая вот вещь пришла ко мне. Мы недавно переехали с мужем, как я уже говорила раньше, в предыдущих видео. И мы в новой квартире сделали две гардеробных. Поэтому я сейчас эти гардеробные пытаюсь наполнить всякими необходимыми прибамбасами. И вот заказал такого плана электрическая вешалка для галстуков и ремней. Мне кажется, это очень удобно. Посмотрим. Такая вот вешалочка. Вот инструкция к ней на английском языке. Показаны картинки, что как правильно пользоваться. Ну, вот такого плана. Вот сюда она вешается на штангу, я так понимаю. Вот так вот. Качество отличное. Какие-то силиконовые вставки. Так, вот тут три кнопки управления. Вот так вот. Вот так вот она. Давайте попробуем. Оп. Отщелкивается, отсоединяется. И здесь у нас находится для батареек. Ого, батарейки здесь большущие надо. Жаль, у меня таких батареек нет. Я вам не покажу, как она работает. Тут в комплекте идет прибамбасы, чтобы повесить. Всякие болтики, шурупчики. Тут, наверное, еще подсветка, лампочка тут. То есть, как она работает? Мы вешаем на эти крючочки галстуки, ремни. Галстуки, ремни и кнопкой лево-право управляем, она будет крутиться. То есть, показывает, что у нас есть, например. Мне кажется, это удобно. Здесь 72 крючка, то есть поместится очень много. И мужские, и детские, и женские ремни. Может, кто еще что придумает? Напишите в комментариях, для чего еще можно ее использовать. Ну, здесь у нас написано, как ее крепить. Опа! Так отсоединяется таким вот образом. Это чтобы на штангу повесить. Оп, и все. И вот она у нас такая красивая висит. Была моя последняя посылка. Я вам показала все, что хотела показать. Спасибо, что посмотрели меня до конца. Ставим лайки, подписываемся. Впереди еще вас ждет много посылок с AliExpress. Спасибо, что посмотрели. Всем пока-пока!